Девчата, всем добрый день. Сегодня решила я снять такое видео. Только вот получила, можно сказать, посылку привезли мне из Финляндии. Там через одни руки в другие. В общем, упаковано вот. Это в Финляндии так упаковали, так, чтобы все было в целости, сохранности. Вот, показываю, что здесь по-фински написано, без подделок. Здесь все тоже, тоже все финское такое. Раз отпечатано, написано. Не знаю, тут, мне кажется, подъехать не так. А, вот как удобно, хорошо. Все-таки коровато этих. Это, если кто видел, я заказывала старшей дочери витамины для ногтей и для волос. Вот у меня подруга заказала две, и я одну. Их принимают по одной таблеточке в день. Насколько не помню, уже 60 таблеток по одной в день, это на 3 что ли месяца. Вот они, таблеточками здесь так вот находятся. Такие маленькие, но у меня дочь пропила, ей очень понравилось, сейчас ходит с длинными ногтями. Но так как у меня вот тоже проблемы извечные с моими ногтями, никак я не могу их не отрастить. Они у меня начинают ломаться, начинают расслаиваться. Поэтому тоже вот решила заказать. С подругой мы согласовали. И вот она дочери своей себе взяла. И я себе заказала. Будем сейчас принимать и отращивать длинные-длинные ногти и волосы. И еще она у меня вот приезжала, сестра из Костомукши, и делилась тем, что в Финляндии продаются вот такое вот, это типа спиртовое что-то, ну, для обработки рук, допустим, в поезде или где-то там, что вот, ну, это они так используют где-то в поездке. Но можно укольчики ставить. Так как у меня медицинская моя аптечка всегда находится при мне, а там у меня и шприцы, и как бы и ампулы, и все, в общем, поэтому вот решила заказать две бутылочки такие. Это типа спиртовое какое-то такое вот, что даже не знаю, какой оно на запах. Ой, гольный спирт, но оно как гель. Такое интересное, но тоже вот финское, это все вот оттуда. Как называется, я даже не знаю. Антибак. Это если по-английски, конечно, читать. А так-то, ну, анти, значит, это против. Бак, это, наверное, бактерии, противобактерии. Антибактерицидное, наверное, средство какое-то идет. Вот, решила заказать такие две бутылочки. Они стоят, если в рублях... Ой, не буду, я путаюсь, все, как это, что. Она мне называет просто цену, я записываю, потому что там диктует, что вот если в евро, то оно идет столько, в общем, 150 рублей они вроде где-то идут, потому что где-то 300 рублей мне две бутылочки вот эти вот обошлось. Будем пробовать. Не пробовала ни разу, что оно из себя представляет и как пользуется. Сейчас вот даже... Ух! Ну, это у них здесь даже это... Предохранитель. Ой, ну гелевая такая. Гелевое образование. Ой, прямо спирт. И как вода на руках. Очень. Ну, это... 90 или сколько-то.
Помню, ну, если водка 45 градусов, это 70 или 90. Вот здесь вот написано 70. Видно, если 70 оборотов, наверное, это как 70% спирта идет, что очень спиртовая она, как вот эта вот смесь. Так что теперь будем мы противобактерицидные, чистые, причистые, ни капельки на руках грязи, и ногти у нас будут длинные, предлинные. Ну, в общем, спасибо за внимание. Будем теперь рустить ногти, делиться с вами результатом своих открытий. Еще собираюсь заказать магнием и кальций и магний. Они где-то в пределах 500, что ли, 500 с чем-то, что ли, стоят. Не знаю, там сейчас все это меняется, курсы евро, в общем. И еще какую-то артробаланс, что-то там. Там, так как у меня вот тетя принимает от артрита, от артроза, еще хочу вот такие вот заказать какие-нибудь витамины. Хотя вот летом они приезжали, говорили, заказывайте. Что-то так жаба задавила, так скажем. Но спустя вот пару месяцев потихоньку, помаленьку как-то входим в свое русло и начинаем, как говорится, за собой ухаживать, себя любить. Ну, спасибо всем за внимание. Рада была вновь пообщаться. С вами была Марина Соловьева. До новой встречи. До свидания.